Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, мои подписчики! Здравствуйте, гости моего канала! Сегодня я работала, поэтому, конечно, я устала. Но прежде чем показать, что я там наработала на работе, я хочу вам рассказать. Работы сегодня было очень много. Сначала надо было приготовить цветы на продажу. Их сегодня не было так сильно много, как обычно, но все равно. Кроме этого, сегодня вторник, и по вторникам мы садим, или как говорят, горшки на продажу, корзинки и всякие всевозможные изделия по сезону, то, что пользуется спросом. И вот сегодня я садила корзиночки, всякие горшочки, и декорировала их в осеннем стиле. Я вам уже говорила, что осень – это одно из моих любимых времен года. И вот сейчас мне доставляет большое удовольствие делать вот такие декорации на продажу. Все снять не смогла, потому что уходила все прямо из-под рук. Одно выставляла на продажу, и пока делала второе изделие, первое уже было продано, поэтому не все смогла показать. Но что смогла показать, то покажу и вам. Что еще хочу сказать? У нас сейчас в данное время находится практикантка, школьница, 9 класса ученица. Ей 15 лет. Девочка впервые пришла на практику на предприятии. В Германии практикуют такие практики в школе, когда дети могут пойти на работу или найти место практики на 2 недели и попробовать профессию, как говорится, собственными руками. И таких девочек, которые у нас сейчас, бывает очень редко. У нее все получается. Она спокойная. Что и скажешь, она совсем справляется. Покажешь. И сегодня она делала замечательную работу, с которой не каждый флорист справляется. Ну, вот как-то так. Но мне, конечно, пришлось где-то ей подсказывать, где-то посматривать за ней. Ну, поправлять ее было не нужно. Она большой молодец, она справилась сама. Немножко я сегодня устала, конечно, потому что работы было много, и я чувствовала, что мне нужно закончить к концу рабочего дня, чтобы не оставаться дольше. Поэтому работали бегом. А потом надо было убрать свое рабочее место, поэтому я не могла снять процесс моей работы. Я вам сняла результат, который и хочу сейчас вам презентировать. Приятного просмотра, мои хорошие! Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня мы снова на работе. Ну, так как работы было так много, я даже не успела вам что-то особенное снять. Поэтому покажу результат моей работы. И больше ничего. Пришла осень, моя любимая пора. Можно вот такую красоту мастерить. Ну вот, стараюсь на любой вкус и цвет. Вот так. И вот такая красота. Корзиночка с фруктами и вереском. И вот такая красота. То же самое. Украшения из яблок, тыквы, каштанов, физалиса. И вот такая красота. И такая.
красота. Вот такая сумочка из картона. Еще одна. Ну, еще красота. Это тоже сегодняшняя моя работа. Ну, вот такой горшочек с тыковками. И такой. Это тоже я сегодня сделала. Ну, хочу еще рассказать, что каждый учебный год в Германии школьники распределяются по практикам. Они должны найти себе место практики на каком-то предприятии, где они позже хотят работать, или просто хотят посмотреть, что это за профессия, как и что. И мы сейчас, у нас работает вторую неделю одна практикантка из школы. Ей 15 лет, и девочка сама, ну, с нашей помощью, конечно, учится делать работы флориста. И у нее получается, она очень счастлива, а мы тоже очень довольны, что нам попал такой ребенок. Ну вот, как-то так. Вот такую красоту делает девочка, которой 15 лет. Она школьница и делает практику у нас 2 недели в магазине. Красота. Тюркранс. Ist das nicht schön? Вот так все остается на наш обеденный перерыв. 1,5 часа. Все стоит на улице. Никто не придет и ничего не возьмет. По крайней мере, так было все 20 лет, сколько я работаю, что мы доверяли своим покупателям, и все это стоит на улице, никто за этим не смотрит. Хотя 2 года назад я приезжала, когда был закрыт магазин, и мне нужно было что-то из цветов, я взяла, и меня сфотографировали. Угу. И Карин потом смеялась. Осень вступила в свои права. На улице слякотно и холодно, но это нормально для Германии. Всем пока-пока. Ставьте свои лайки, пишите замечательные комментарии, подписывайтесь на мой канал. И до новых волнующих встреч!